Упираюсь лопатками в двери, а ногами в крыльцо. Не выпускаю из дома страх с хорошо знакомым лицом. На улице безопасно, она свободна от этого зла. И все бы хорошо, но после школы нужно обратно сюда. От этого свежий воздух становится не таким бодрящим. Горизонт сулит новый день, но кажется не настоящим. Асфальт под ногами не дает опоры, я ему не верю. Если попытаюсь свернуть горы, они свернут мне шею. Не упускает малейшей возможности ни один автомобиль. Один за другим сминаются, а мое тело после чего в утиль. Сминаются, как бумага с подростковыми дерьмовыми текстами. Сминаются, как бумага с ошибочными мамиными рецептами. Стоит открыть глаза, оправиться от аварии, я уже в школе. Вокруг носятся и кричат сверстники на перемене в поле. Пугаюсь этого шума, скручиваюсь, затыкаю пальцами уши. Как в детской комнате в темноте далекие отголоски слушаю. Образы путаются, это ребята пообздорили или мать с отцом. Страшно открывать глаза, разбираться, кому попало в лицо. Вот здесь, прямо рядом со мной, это мяч ударился о стену. Или стакан на кухне расплылся осколками в перемешку с пеной. Я пытаюсь вытерпеть бардак, шепотом под нос повторяю: пацаны, остановитесь, перестаньте, но ни конца, ни края. Всем насрать, не услышат никто и никогда. Нужно бежать, меня слишком пугает эта подвижная игра. Тут нечего стыдиться, каждый из нас делал так. Находил лазейку, например, дверь, окно или даже чердак. Сбегал к чертям из душного родительского дома. В бетонных стенах молодому организму не хватало простора. Тут нечего стыдиться, каждый из нас делал так. Находил занятия вроде купания, футбола и уличных драк. Никто не хотел возвращаться, но заставляли родители. Совсем скоро мы понимали, что сбегать непростительно. Сегодня новое утро, нужно быстрее захлопнуть двери. Выходной день сулит столько хорошего, стоит только поверить. Сложно передать, до какой степени я был рад. Я хотел рассказать пацанам, что у меня появился брат. Хотел познакомить его с нашим псом, которого зовут Филя. Показать, какой у него мокрый нос и как он хвостом повиливает. Но вот рвется ошейник, через мгновение пса не найти. Вторая по счету собака сбегает из нашей семьи. Все вернулось на круги своя, небо затянуло пеленой. На город навалился такой снегопад, что не найти дорогу домой. Такой снегопад людям нравится, как будто скоро Новый год. Разве может понравиться, как снежинки расшивают об асфальт свой лоб? И вот мои сверстники во все стороны бросаются снежками. Почему-то смеются, когда в них попадает, и не жалуются маме. А я спрятался и слышу, как о стену разбиваются снаряды. Как будто кто-то ломится в мою комнату, такие же гулкие удары. Всего боюсь, но не поймите меня неправильно. Мне здесь нравится, я не понимаю, как всплывают эти воспоминания. Ведь я плотно запер дверь, просочиться ничего не должно. Господи, я же оставил там брата, вот оно что. Дергаю ручку двери, одной ногой стену, другой в крыльцо. Я оставил его одного со страхом, с хорошо знакомым лицом. На улице безопасно, она свободна от этого зла. И все бы хорошо, но мне снова нужно сюда. Дергаю ручку двери, одной ногой стену, другой в крыльцо. Я оставил его одного со страхом, с хорошо знакомым лицом. На улице безопасно, она свободна от этого зла. И все бы хорошо, но мне снова нужно сюда. Тут нечего стыдиться, каждый из нас делал так. Находил лазейку, например, дверь, окно или даже чердак. Сбегал к чертям из душного родительского дома. В бетонных стенах молодому организму не хватало простора. Тут нечего стыдиться, каждый из нас делал так. Находил занятия вроде купания, футбола или уличных драк. Никто не хотел возвращаться, но заставляли родители. И совсем скоро мы понимали, что сбегать непростительно. Каждый
нас делал так, тут стыдиться нечего. Сбегал в институт в другой город или на пьянку вечером. Никто не хотел возвращаться, это правда, действительно. Весь мир хором твердит, что это непростительно. Каждый из нас делал так, тут стыдиться нечего. Сбегал в институт в другой город или на пьянку вечером. Никто не хотел возвращаться, но как же мне страшно, что и моему брату придется с этим столкнуться однажды. Упираться лопатками в двери, а ногами в крыльцо. Не выпускать из дома страх с хорошо знакомым лицом. Бежать на улицу, свободную, от этого зла. И все бы хорошо, но ему все равно придется вернуться сюда.